Всем привет! Сегодня я буду готовить на своей кухне. Я буду показывать вам рум-тур в ходе видео, пока буду готовить. Поэтому начинаем. Тут у нас есть миксер. И в миксере есть штучка, в которой мы будем как раз-таки готовить. Вот она, красивенькая. И миксер тоже красивенький. Итак. Сначала нам надо добавить что? Сахар. Я не знаю, что мы будем готовить пока что. Мы будем что-то готовить. Также добавим немного персикового сиропа. Вот, пару капелек. Чуть-чуть красного топпинга. И мешаем это. Все, размешали. И ты же знала, что это произойдет. Все, давай поставим. Дальше добавим еще больше сахара. Вот так вот. У нас сахар бесконечный, поэтому инь и янь, и у нас получается самые классные штуки в мире. Все, достали. Так. Теперь надо добавить чуточку соли. Все, два раза. Готово. Теперь надо добавить сливок немного. И 5 яиц. Раз, два, три. Нет, 3 яйца надо. Запоминайте рецептик. Так я лучше в реальной жизни не готовлю, лучше тоже согласен. Готовим так. Берем глицерин. Ванильку берем. Заливаем чуть-чуть ванильки. Чуть-чуть йогурта классного. Филик. Йогурт обязательно надо. Надо. Забыли добавить муку. Теперь это надо залить в специальную формочку, такую мини-кастрюльку. И все, залили. Не обращайте внимания, что у нас кастрюлька такая маленькая, поместилось туда все. Не обращайте внимания. И ставим в духовку. Хотя нет, надо побольше какая-то емкость. Вот чашечка, например. Вот чашечка, хотя нет. Лучше перельем это обратно все. И самое главное, берем молоко, наливаем сюда. И смешиваем с оливковым маслом. Да-да, вот это вот у нас оливковое масло. Чуточку оливкового масла залили. И заливаем это вот так. И отправляем в духовку. Ну, и для вас пройдет несколько секунд, а для меня несколько часов. Так что всем пока, увидимся попозже. Пока, увидимся через несколько минут. Пока. Итак, наш рецепт уже готов. И это были печенья. Сейчас я доползу до печенья. Вот, доползла. И достанем их. Надо выключить весь газ.
Я вспомнила только потом, что надо весь газ выключить. Птица повесилась. Она реально на крючке повесилась. Подойди. И тебя. Тихо. Что там у нас получилось? Ух ты, какие у нас печеньки получились. Печеньки им и ями. Вот, посмотрите. Сейчас попробуем. Я знаю, что я расскажу. Божественно. Очень вкусное печенье. Всем пока и до скорых встреч. Может, даже на нашей волшебной кухне. Пока!